Добрый день, друзья, канал Агроземледелия. Ну что, выехали чиселевать сенокос, который дисковали. Сейчас отпрут, будем мерить. Твою мать, 40. Надо вымелять. Нам так много не надо. 38. Мы его немножко вымелим. Тяжело трактор идет, тяжело, капец. Третий на черепашке идет, буксует. Сейчас мы его немножко вымелим и дальше пойдем. Вымелили. Очень удобно. Грань на 36. Очень удобно. Так, ну что, пробуем, друзья. Торок нам не надо. Тем более тут 7 лет уже, меня 8 год, это люцерна. В общем, пробуем. Трактор, можно сказать, побежал. Сейчас пойдем померяем, насколько мы вымелились. Нам 30 сантиметров здесь за глаза хватит. Так, 40. И вот она, 30. Отлично. О, здесь 33 где-то. Здесь ровно 30. Короче, ничего трогать не будем. Ну, видно, как поднимает землю. В общем, давайте корни глянем, какие. Выворачивает. Пойдет. В общем, сейчас на 30.
загребся на краю. В общем, скорость 4.1. Димон приехал как глава КПК контролировать. Ну, идет пробуксовочка, немножко так его тянет. Тут еще в чем опасность? Много столбов бетонных залитых. Это были когда-то теплицы здесь. Я пытался пахать. Наверное, штук 6 лемехов обломил и бросил. Пойдет. Чем еще мне чизель нравится? Ему по барабану, как ты ходишь. Ни бор, ни борозд нету, ни свал, ни развал, ничего. Как хочешь, так и заезжает. Сейчас мы второй круг идем. Димон померил, сказал, даже глубоковато. Там есть даже за 30. Ну что, мы вот идем? 1500 оборотов. Без дыма, без напряга. Ну где-то 30 плюс. Где глубже, где 30-ка? Ну не меньше 30-ки идем. Пробуксовочка идет. Мощи хватает, всего хватает. Че не работает? Точек отрабатывает на все 200. Вот, крошить землю в углу, в убор этих. Булыги нету. Каточек классно отрабатывает вообще. Обалдеть. Короче, 1300, ой, сейчас идем 1300 оборотов. Вообще без дыма, без ничего. Так, мое удовольствие, катаемся. Мне вообще нравится. Я не думал, честно, что чизель здесь вообще такую красоту делает. Грудку, да, выворачивает, он есть, попадается. Но каточек ее хлам разбивает. Блин, ну классно. Димон сказал еще поперек пройти, подстраховаться. Ну, в общем, сейчас дойдем, потом поперек пойдем. Сейчас дойдем до конца. Газ не трогая, ничего. Вытяну чизель. Вы посмотрите, на сколько обороты. 1500 всего поднимутся. Вот скорость 3.2. Идем. А так 3.3. На 1/10 всего падает скорость. Вот мы идем, ничего не газуем, ничего. Опускаем чизель. Все, и трактор пошел. Без изменения оборотов. 3.2. Практически без загрузки идет. Только слышно, как трансмиссия там в нагрузку работает, и все. Но плугом тут 30-ку не сделаешь. Корней он вообще капец сколько. А корни это как арматура.
вперед выворачивает. Пятилевочка смотрится классно. И не видно даже, что тут что-то делалось. Как? Вернее, видно, но никогда не скажешь, что здесь на такую глубину работали. Вот что значит чизелек. В общем, работаем. Пойдем поперек, включимся еще. Так, друзья, ну что, идем поперек. Идем с третьей скоростью. Заяц. И передний мост выключен. Без переднего моста. 1300 оборотов. 4,1 скорость километров в час. Ну это так уже, для подстраховочки. Она там первый след все расхерачила. Но Димон сказал, давай еще поперек. Ну, решили поперек. Короче, такие дела. Вот здесь вот этот пирей и свинорой. Вот тут прямо ж выгортает. Сейчас покажем вам. Я сейчас второй круг иду. Прямо аж капец, как выгортает. Солнцем подсушит. На завтра, кстати, дождь стоит. Но оно и на сегодня, и на вчера стоял. Но его не было. На завтра прям на трех сайтах и прям сильный показывает. А жара 30-ка. Запаса мощности хватает у нас. Все, и он пошел без передка и погнал. Так что кто бы что ни говорил, а МТЗюк все равно сила. Он какие выворачивает. Порезало все. Прям как торт на кусочки делит. В общем, ходим и вот гляньте, какое выворачивает. Это здесь пирей этот, свинорой. А жарище вообще с открытой дверью работает. Что мне нравится с чизелем, вот мы заходим с поворота, не вынимая его, вот, опускаю и заходим в поворот. Стойки такие, что ему пофиг. Все как положено, зашли в поворот. Его не погнет, не разогнет. Тут нету срезных болтов. Тут если что, трактор, он встал, уперся и буксует. Обалдеть. На весь чизель, короче, 8 болтов, которые каток держит. Все остальное на пальцах. Регулировки вообще. Центральный винт и пальцы переставил и погнал. И какую надо тебе глубину по сантиметру можешь добавлять. Короче, удачная конструкция получилась. Кстати,
пятой передача идет. Включаем пятую. И он побежал. Без дыма, без ничего. Вытягиваем он проволоку. Сейчас надо вылезти, закинуть ее в ковш. Андрюха чай принес. Че, жарко? Че такое? Встал. А че делал? Ну, если со школы, сразу домой. А че мопедом не приехал? Мопед не заводился. Вот так вот. Не знаю. А вчера хорошо завелся, да? Ну, поставь на зарядку его. А там и так, 12 с чем-то. Да? Ну, давай. Еще в школе должен был 1,5 часа по расписанию. Короче, друзья, гляньте, хлам все разбивает. Ой-ой-ой-ой, какие... На холостых идем, оп. Обалдеть. Мне нравится. Вот, не вынимая глубоководителя. Во все повороты входим. Идем к четвертой передаче. Зайчик. Немножко, 1200-1300 оборотов. Разбивает хлам, все. Еще дискатором бы пройти зиму, и было бы все чудесно. Зелюем уже третий участок. Берег, Камыш. А тут чуть помягче земля. 4 километра в час. Четвертой передачи. 1300 оборотов. Так. Ох и жарит сегодня, друзья, мокрый. Ну, вроде последний день. Прошли, ничего не трогали на стройке, также 30 плюс, нормально идет он, следы от трактора хорошие. Идет аж
без дымка, без ничего. Как я всегда говорю, все по фэн-шуй. Очень хорошо получилось. Честно скажу, я не ожидал такого. Самое главное, груды нету и все в хлам. Вот мы сейчас, не поднимая, разворачиваемся. Руль до конца. И он как вроде и без чизеля идет. Сейчас этот кусочек разделаем, друзья, и на этом шабаш. Вроде хмарится, жара чуть спала. И все, и будем, получится задисковать до зимы. Может, правда, дожди зайдут. Значит, получится, а не получится, значит, весной штригелями пройдем. Живого места нету, как говорят. Разбивает все в хлам. В общем, все, друзья. На этом всем пока. А мы заканчиваем. Всем всего самого наилучшего. Русское поле. Все как по фэншую.